Всем привет, сегодня с вами Микаэл. Я сегодня вам расскажу леденец, который кто написал, Николай Носов. Мама уходит из дома и говорит Мишу: веди себя хорошо, чтобы получил большой и круглый леденец. Миша остался дома один и решил поесть леденца. Открыл сахарницу и забрал леденец. Покушал, сосал, а потом стал очень маленьким и поставил на место сахарницу. А потом сказал: я еще открою, пососную. Открывает и видишь, что вся сахар прилипла к леденцу, а потом падает и сламывается на кусочки. На две кусочки, а потом он прячет чупа-чуп, чтобы мама не увидела. А потом мама идет обратно домой. Потом мама говорит: ты себя хорошо вел? Миша говорит: да, я себя хорошо вел. А мама открывает буфет и видит, что сахарница сломалась. А потом Миша говорит: Миша, кто сломал сахарницу? Не я, сама сломалась. А потом мама говорит: а где леденец? А малыш говорит: Я его съел, потому что я себя хорошо вел. Вот он. Пока-пока.